Так, что вы там отстаете, мать моя женщина? Кто? Кто нафиг остался, господи? Подожди, кто? Терминатор, мать моя женщина, ты что тут встал? Понятно. Ну, короче, все с ним понятно. Ладно, окей, может он еще зайдет. Ну что ж, сегодня у нас серия маньяка, сегодня у нас Рома, Кинга. Рома Яблочко, еще по логике должен быть терминатор, но он вылетел. Но по логике он должен зайти. Ух, сегодня повторяю серия маньяка. Кто будет сегодня выжившим, кто будет сегодня маньяком, я хер знаю. Я чувствую, сегодня будет полнейшая жопа. Я сейчас сдохну. Я знаю. Все, пошел. Ну что ж, у нас началась игра, ребята, как вы поняли. Так, собираем предметики, я как профессионал здесь. Сегодня у нас... Так, что это? Эй! Моё! Смотри! Эй! Смотрите, у меня пластинка. Так, а этот кто что не активируем? Так. Я не наступил. Не наступил. Так, что тут? Тотемчик. Тотемчик мой шикарненький. Так, здесь у нас тут... Ну, тут забрал Кинг, как я понял, потому что ник я его видел в начале. Здесь, как я понимаю, тоже да. Так. Что произошло? Тихо. Тихо! Что произошло? Я не понял. Кинг! Что произошло нафиг? Почему резко слепота наступила? Это очень странно, знаете ли? Ладно, окей, побежали дальше. Пока они там что-то делают, я побегу туда, кстати говоря, тут почему-то... Мне... Очень как-то, ну, крипово, вы бы знали. Так. О, пятый генератор активировали, молодцы. Так, опачки. Так, здесь я вот это возьму. Вы думаете, я тупой? Вы думаете, я тупой? Я не вижу эту плиту. Так, ладно, окей. И патрончики. Что за плита, интересно? Опять кто-то генератор... Да что вы все время генераторы эти трогаете? Господи, успокойтесь. Подожди, когда эта слепота пропадет? Что происходит? Почему слепота бесконечна? Это очень странно. Опять слепота. У нас слепота теперь что, вечность будет? Я ничего не вижу. Ладно, окей. Господи. Смотри. Ого! О, СПС! Так. Ладно, играется с Богом. Что нафиг там? Я ничего не вижу, я не понимаю. Тихо. Пацаны, меня это пугает. Пацаны. Подожди, это Варден был? И в этом вся суть ролика. Но я нашел еще какую-то странную пластинку. Тихо. О, птичка. Что это там? Подожди, вы видели? Там что-то появилось, что... Это что такое? Это что нафиг? Это что, это динозавр или... Подожди. О, черт. Какой ты здоровый! Охерели. Предметы выпали. Ой-ой-ой, как у него. Мать моя женщина. Какой ты здоровый. Охереть. Вот это я понимаю, конечно. Я просто в шоке. Что это за чувырло? Все уничтожены. Абсолютно. Кинг сдох, Терминатор сдох, Данкар присоединился его, и Рома сдох. Все сдохли. А Рома Яблочко остался. Вот это я понимаю, живчик. Это что за тварь? Подожди, это Варден.
Ну не про... Господи. Почему у меня наступает слепота? На вот на, можно считать, на 12 секунд. Я не понимаю, что происходит. Это вообще, ребят, какие-то странности. Появилась какая-то вот в прямом смысле, вот как Кинг сказал, чё вырло. Меня это очень сильно, ребят, пугает. Что это было? Я сам, я чё, чё у меня спрашивать? Это просто какая-то тварь, это огромный. Я не пойму, она их чё, через стенку там убивает или чё делает? Оно на спавне. В смысле оно на спавне? Меня это очень сильно пугает. Я не понимаю, почему какого хера тут дверь закрыта. Я не понимаю, что это за тварь. Предмет собран. Здесь тоже. Я не понимаю, что это за тварь. Кстати, ага, здесь проверяли, видно. Хири. Это просто огромный... Ну, это кто? Ну, это точно не... Это мутант, что я еще могу сказать? Это мутант. Но еще нам нужно рассказать, что это такое. Что это за пластинка она здесь делает? Очень-очень все плохо, очень все плохо. Тут... Что это за тварь? Еще одна. Мне очень страшно ходить. Вы бы знали. Потому что в любой момент скотина может появиться. Ё-ма, какой он огромный. Да вот именно он здоровый, это кошмар. Блин, мне очень страшно ходить по улице, потому что он в любой момент может меня убить. Слизи, дебил! Придурок, уйди! Господи, дебил, он сейчас... Где все? Да непонятно, где все, господи. Я не понимаю, что это за сегодня за серия. Он тут куриц поубивал. Короче, нам нужно пробраться в дом маньяка. В дом маньяка. Я так понимаю, этот Варден все на... Вон он там был, он только что там был. Я не понимаю, где находится вот этот вот, куда эту пластинку нужно вставить. Я не понимаю, кто эти галлюцинации может, ну, куда что-то в темноту делать. Во, охереть он здоровый. Он с размером, мать моя жизнь, что он с деревьями сделал. Он, наверное, с размером вот эту вышку. Короче, я сейчас пойду в дом маньяка. И там уже буду как-либо сбегать. Вон они все там. Так, Рума, яблочко бегает. Господи. Господи. Нет, нет, нет. Нет. Нет, 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 пожалуйста. Брата. Господи, как страшно, ребята. Он может в любой момент на меня побежать. Я сразу беру это. Вот, дома Ника, он уже рядом. Господи, это, ребят, кошмар страшный, вы бы знали. Но кто самый терминатор, да? Он сломал. Он сломал! А как сбегать? Ну, по логике, мы уже его активировали уже, так что... Так уж и быть, ладно. Как нам потом... Там в углу написано, господи, так тихо. Оп. Активируем. Так. Фу, ломаем. Господи, 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 кто это все, кто это все? Отлично. Слизень, господи, да вы зачем друг друга убиваете, дебилы? Он прям ходит, прям сейчас вверху. Я просто в шоке. Ну это габелла. Мать моя женщина, он убил яблочко. Мне нравится. Ребят, это очень страшно, потому что он может появиться. Подожди, мне нужно пройти к вышке. Вышка, отлично. Да зачем вы друг... Ой, мне, короче, пофиг, они друг друга зачем-то убивают. Тихо. Вон он, вон он, вон он! Мне просто нужно прям сейчас... Так они убивают там друг друга, пока я... Я его прям слышу отчетливо. Очень хорошо слышу. Он где-то вот... Он либо там, либо там, либо там. Но спереди я его точно видел, значит, он где-то там. Либо слева, либо справа, либо вообще сзади где-то. Опа. Опа.
Опа! Тихо. Такое чувство, будто кто-то кости ломает. Кто-то идет. Кто-то идет. Непонятно, кто это. Может, это от кого-то послание? Типа, кто-то взял послание, передал. Опачки, это доходит. Чего вы там вздыхаете, господи? Ладно, окей. Окей, я все понял. Я эту пластинку соберу. Но она достаточно криповая, потому что там просто кто-то идет. Непонятно кто. Просто какой-то рандомный. А, это этот горит. Как все плохо. Ой, как все плохо. Мне же еще этот ломать. Я не знаю, где он. Игорь, я его вообще не слышу. Где он? Варден. Вардена нету. Тоже хорошо. Что это было? Это что было нафиг? Я не понял. Что там происходит? Давай, 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 давай. Так, так. Бам, телепортация, телепортация. За херня, я всех телепортирую, потому что они там были. Пацаны, это... А это ду... Кинг, 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 кинг. Валим. Пацаны, валим. О, ладно. Ладно. Второй раунд. Второй раунд. Я просто в шоке. Ого, как сразу. Так, подожди, я вам забыл написать. Начинаем. Начинаем. Господи, ты что тут делаешь? Так, все, побежал. Аптечка, аптечка. О, моё, моё, моё. Ой-ой-ой-ой, как зря я сделал. Так, уже. Хереть тут генератор. О, что он? О, нихера везет. Так, как? Я не знаю, обычно ли здесь Варден. Но я его не вижу. Значит, скорее всего, в этот раз... Рома, ябушка, может, стоять на месте не будешь, а уже пойдешь? Ой-ой-ой. Что происходит? Я не понимаю, почему все повылетали? Рома, яблочко, можете, пожалуйста, пойти куда-нибудь в другое место? Так, все наконец-то позаходили. Надеюсь, они сейчас не повылетают. Так, Кинг Терп сегодня у нас. Ну, короче, можно считать, у нас одни и те же. Макс сегодня нет, он не пришел, видно, на запись. Все понятно. Опачки, они видно за... Да ёптить-моптить, что такое, мать моя? Ну, такое соберу. Что такое? Что вы все повылетали, а? В общем-то, пусть они потом зайдут обязательно. Мне как бы нам вдвоём... Мне так кажется, сейчас тоже вылетит, потому что он стоит на месте, да и все. Ну, ладно, как бы, ничего страшного, да? Так, а тут уже не все... Где Варден? Где Варден? Я понять не могу. Сразу идем сюда. Они сейчас, ребят, зайдут. И...
А мы дальше. О, вот я же говорю. А, это наоборот покинул игру. Ой, донкарчик, я же говорю, ребят. Я же говорил. Сейчас они все поприсоединяются, только почему-то они вылетают, это странно. Видно, мне придется в будущем записывать убийцу самому, потому что они вылетают. Какая прекрасная вещица! И Рома яблочко присоединился. Вообще классно. Так. Вардена, кстати говоря, я вообще не вижу. Я не понимаю, давайте пойдем к нему, может, он где-то тут. Варден? Уже. Уже. Так, так, так. Моё. Собирай, короче, эту мотыгу, мне она не нужна. А где Варден? Я понять не могу. Вардена что, сегодня нету, что ли? Он ушел в отпуск? Что тут происходит? Что за торговля? Я не пойму, что происходит. Они, короче, тут генераторы прям активируют. Прям молодцы, молодцы. Работаем, парни. Так, и терминатор присоединился. Ну, терм его. Ой, что? Ой, как все плохо. Пацаны, вы... Просто Рому яблочко. Ребята, извиняюсь, меня, наверное, слышно вообще не было. Бедный Рому яблочко. Рому яблочко просто снесло с лица земли. Просто, вы видели, я вообще не ожидал. Ёпти! Все, пацаны. Я нажал на эту. Пропипи. Я валю. Всем пока. Пацаны, вали. Так, тут... О, вы забыли забрать. Вы забыли забрать. Блин, он сейчас же... Твою мать. Он же тут. Значит, он где-то в этой области. Мне страшно. Где он? Так, мы собрали чё, короче, нужно просто... Здорово! Что, донкарчик сдох? А, донкарчик реально тут... Да, бедный Кинг, он выиграть просто не может. Он проигрывает, бедный, все время. Хорошо, все пока. Если что, я по нему пиво и все. Ёптить-моптить. Он прямо здесь. О, нет. Тихо. Ребят, я не понимаю, так кто в живых остался? Ага, я буду. Подожди, остался, получается, а яблочко сдох, получается, остался только терминатор. Терминатор выжил, где-то сидит. Тихо. Тихо. Он пока реагирует на тех, я сбегу туда. Давай. Опа. Прикиньте. Слаймы. Слаймы впервые стали полезными. Господи, слаймы полезные. Слаймы полезны, да? Давай. Рез. Оп. Алмазная кирка. Вот черт. А где алмазная кирка? Твою мать. Где алмазная кирка? Алмазную кирку нужно искать. Тут где алмазная? Так, здесь. Пистолет, да пошел. Оп. А? Здесь ничего. А где? Алмазной кирки нет. Это кошмар. Ряда, как нам сбегать? Классно, я еще и нажал на ловушку. Спасибо нафиг. Так, где надо подумать? Где может быть алмазная кирка? Где она может быть? Где она может быть? Они тут попреди... Что они тут наделали? Так, блин, мне же это потом все перестраивать. Боже, чего там друг друга? Я не понимаю... Я не удивлюсь, если Варден пробежит здесь. Повезло. Я, короче, я, наверное, вот дебил, но я буду сейчас ломать это. Все. Опять ускоренная за... Просто. Моментальная смерть.
Моментально. Прикиньте, что я тут летаю. Я ему сбросил все тут себе предметы, а он просто упал. Он упал с большой высоты. Ой, дебил. Ой, дебил. Господи, иди сюда, я сейчас тебя просто... Где это все? Где? Иди сюда. А, боже. Подожди, а где? А чего мы здесь ходим? Я что-то не понял. Всем удачи, всем пока. Ссылка на мой телеграм Оксане. Там вся информация, я выкладываю моду. Всем пока. Кинг. Идите нафиг. Идите нафиг. Они как бы, ребята, если вы не знали, они уже, все, чисто, да, кошмар. Кошмар. Всем пока.